уже в пятницу. 4 октября вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Верить, не верить». В нем главные роли сыграли Никита Лобанов, Василиса Измайлова, Марина Малиновская, Любовь Фирсова, Борислав Дрензиков, Кирилл Децевич. В нем Таня Кольцова узнает, что ее мать Елена, много лет не имевшая личной жизни, внезапно решила выйти замуж за Сергея, человека значительно моложе ее. Казалось бы, любви все возрасты покорны. И зрелые женщины нередко имеют успех у более молодых мужчин. Однако Таня начинает подозревать, что Сергей может быть мошенником и альфонсом, который обирает своих жен. Таня пытается отговорить мать о скоропалительном браке, но Елена безумно влюблена в Сергея и не хочет слушать доводы разума.